что можно рассказать интересного о простом стакане воды? Но нет, этот стакан был свидетелем призабавнейшей истории, которая, как утверждает автор, произошла в Лондоне более 200 лет тому назад, в те дни, когда английские солдаты дрались с французскими из-за испанского наследства. Дрались картинно, как свидетельствуют эти гравюры, но без всякого энтузиазма, так как им было совершенно безразлично, кто будет на испанском престоле. Карл Габсбургский или Филипп Анжуйский? Под сенью трона королевы Анны французский посол Людовика XIV искал выхода закончить неудачную игру в ничью. Обещаю вам, маркиз, что королева получит это письмо и к нему отнесутся с тем вниманием, которого заслуживает посланник Людовика XIV. Я вполне на вас рассчитываю, сэр Сен-Жон. Я вручаю свою честь и честь Франции вашему благородству и вашей дружбе. И вы совершенно правы. Никто никогда не скажет, что Генри Сен-Жон хоть раз в жизни продал свое перо или изменил другу. Я это знаю. И возлагаю на вас все свои надежды. Посланник Людовика XIV не может добиться аудиенции у королевы Анны. Бедный маркиз де Торси. О, как она прекрасна! Да, я люблю тебя. Я буду любить тебя вечно. Какое счастье! Какое несметное сокровище! Это чересчур много для меня. В таком случае поделитесь со мной, мой милый. А, что? Это вы, сэр, меня разбудили. И разорил. Разорили? Вы? Которому я обязан всем. Вспомните, сэр, 2 года тому назад я был бедным школьником, провинциалом, затерянным среди этого огромного Лондона и собиравшимся броситься в Темзу, потому что у меня не было 2 гиней. Вы дали мне целых 200, и я до сих пор вам еще должен. Да, с каким удовольствием я поменялся бы с вами, мой милый. Почему? Да потому что я должен в 20 000 раз больше. Значит, вы несчастны? Нет, я разорен, и только. За 10 лет я успел растратить все свое родовое наследство. Чтобы поправить мои дела, меня решили женить на очаровательной женщине. Но жить с ней было совершенно невозможно, несмотря на 1 000 000 приданого, потому что капризов и недостатков у нее было ровно столько же. Мы разошлись, и пришлось вернуть приданое. Но я от этого только выиграл. Моя жена принадлежала к партии герцога Мальборо, то есть к партии вигов. Я, конечно, должен был встать в оппозицию и вступил в партию Тори. И вот тут-то я и понял, что борьба – мое настоящее призвание. Герцог Мальборо во главе своей армии трепещет перед речью Генри Сен-Джона или перед статьей его газеты «Исследователь». За него меч, за меня перо. Увидим, кто победит. Извините меня, мой дорогой. У вас ведь совсем иные мечты в голове. Мечты о богатстве, о любви. А кто вам это сказал? Вы сами. Я сам? Да. Я только что слышал, как вы во сне радовались своему счастью и богатству. Скажите мне, пожалуйста, кто эта знатная дама, которой вы всем этим обязаны? Конечно, если это только не моя жена. Тогда я беру назад свой вопрос, я пойму. Вы ошибаетесь, я не знаю никакой знатной дамы. Хотя, признаюсь, сэр, что есть кто-то, кто, не называя себя, оказал мне свое покровительство. Видите ли, сэр, после смерти моего отца я решился искать место при дворе королевы. И вот в день открытия парламента я храбро бросился в толпу, окружавшую ее коляску. Я был уже почти рядом с ней, как вдруг какой-то знатный щеголь, которого я нечаянно толкнул, оборачивается ко мне и думает, что он имеет дело со школьником, с мальчишкой. Дает мне щелчок по носу. Не может быть. Да, сэр. Я как сейчас вижу его надменный и насмешливый вид. Если когда-нибудь мне придется с ним встретиться. Но в ту минуту толпа нас разъединила и отбросила меня к самой коляске королевы, которой я и передал свое прошение. Через 2 недели
я получил приглашение на аудиенцию. Можете себе представить, как я торопился во дворец? Я был уже почти в двух шагах от него, как вдруг мимо меня проносится экипаж и обдает меня грязью с головы до ног. И главное, мой единственный атласный кафтан. И вообразите, в дверцах кареты я увидел того самого человека, который дал мне щелчок по носу. Вне себя от ярости я бросаюсь к нему, но экипаж уже исчез. Взбешенный, в отчаянии, весь в грязи, я должен был вернуться назад в свою скромную квартирку, лишившись аудиенции. И своего богатства. Напротив, сэр. Представьте себе, что на другой день я получаю от неизвестной особы великолепнейший придворный костюм. Не прошло вот и 3 месяца с моего вступления во дворец, как я получил то, чего я так добивался, диплом гвардейского офицера. И вы до сих пор не знаете, кто этот ваш таинственный покровитель? Нет, не знаю. Единственное, что мне кажется немножко странным и стеснительным, это то, что этот таинственный покровитель запрещает мне под страхом своего гнева жениться. Опасаясь, очевидно, что это повредит моей службе. Вы только этим объясняете такое запрещение? Разумеется. Знаете ли, вы удивительно простодушны. Почему? Да потому что этот таинственный покровитель – дама. Дама? Конечно, вас принимает участие какая-нибудь знатная леди. Нет, сэр, это невозможно. Да вы не сопротивляйтесь, плывите по течению. Вот если бы вам приказывали жениться, это другое дело. Но вам это запрещают. Ясно, что это исходит от друга, а не от врага. Не так уж трудно повиноваться. Ну, как вам сказать, сэр? А если человек любит и любит? Ах, понимаю. Вы, вероятно, имеете в виду ту особу, о которой только что грезили во сне. Вы угадали, сэр. Это самая очаровательная, самая прелестная девушка во всем Лондоне. Но, сэр, она бедна, так же, как и я. И вот чтобы жениться, только для этого я добиваюсь здесь, во дворце, почести и богатства. Вы еще далеки от этого, а она? Она еще дальше. Она, как и я, сирота. Она служила продавщицей в антикварном магазине мистера Толмут, который теперь разорился, и она осталась без места. Ее зовут Абигайл. Как? Вы ее знаете? Да, при жизни моей жены, то есть я хочу сказать, когда моя жена еще жила со мной, я был постоянным покупателем у этого антиквара. Моя жена обожала бриллианты, а я продавщица. Да, Мэшем, это прелестная девушка, изящная, умная, очаровательная. Но, сэр, потому как вы сейчас о ней говорите, уж не были ли вы в нее влюблены? 2 недели. А сейчас я питаю к ней только самые дружеские чувства. И вот о чем я думаю. Будь я богат, я мог бы вам помочь женить вас. Ах, сэр. Да, но у меня ничего нет. Ничего нет, кроме долгов и кредиторов, которые вырастают как будто из-под земли. И никаких надежд на будущее. Потому что все состояние нашей семьи по праву принадлежит моему двоюродному брату Ричарду Боленброку, который, к несчастью, молод и, как все дураки, обладает великолепным здоровьем. Но мы могли бы найти для Абигайль что-нибудь при дворе. Но вернемся несколько назад. Однажды в антикварный магазин мистера Томвуд, где служила Абигайль, зашла одна знатная дама. Ей очень понравилась старинная золотая брошь с изумрудом. Но дама забыла свой кошелек. Абигайль предложил ей прислать покупку на дом. Но даму это, по-видимому, стесняло. Кто знает, ведь многие дамы так любят делать себе ценные подарки втайне от обожаемых ими мужей. Тогда Абигайль сказала, что она доверяет Миледи на слово, что Миледи, конечно, вернется. Но дело в том, что дама не вернулась. Она не пришла и через несколько дней. Знатная дама, видимо, оказалась просто мошенницей. Но нет, она появилась в магазине через месяц. Она объяснила, что ее задержали дела, о которых ей не хотелось бы рассказывать. Заметив слезы на глазах девушки, дама растрогалась до глубины души. И тогда
Абигайль принуждена была рассказать ей о своем бедственном положении. Растроганная леди, сказав, что она занимает в свете и при дворе довольно видное положение, предложила Абигайль место при своей особе. Дама написала на клочке бумаги несколько слов. Я взяла бумагу, и вот я здесь. Это необычайно. Это просто как в сказке. Можно мне взглянуть на эту бумагу? Конечно. Ах, я должен был бы узнать ее по ее доброте. А разве вам знаком этот почерк? Да, дитя мое, это почерк королевы. Королевы? Возможно ли это? Как, Абигайль, королева дает вам место при своей особе. Да. И свою дружбу, и свое покровительство. Подождите, подождите радоваться, друзья мои. Но раз это сказала королева, королева Сесильна. Только не это. У нее очень мягкий и добрый характер, но слабый и нерешительный. К довершению несчастья в числе ее приближенных есть женщина с твердым умом, решительным и дерзким характером. Эта женщина — леди Черчилль, герцогиня Мальборо, гораздо более могущественная, чем генерал ее супруг. Она превосходит властью даже свою королеву, руку которой направляет, руку которой держит скипетр. Но разве королева так любит эту герцогиню? Она ее ненавидит, называя своим лучшим другом, и ее лучший друг платит ей тем же. Но королева вынуждена ухаживать за надменной герцогиней, потому что брат королевы, изгнанный из Англии по воле народа, может вернуться обратно только по биллю парламента, а этот биль может быть утвержден только партией герцога Мальборо. Герцогиня это обещала, и поэтому все подчиняется ее приказаниям. Вот почему я считаю поступок королевы очень смелым, а назначение Абигайль очень сомнительным. Но если это зависит только от герцогини, то успокойтесь. У меня есть маленькая надежда. Какая? Я ей немного сродни. Как? Вы Абигайль, герцогиня Черчилль? Да, но благодаря неравному браку. Один из ее двоюродных братьев, Черчилль, поссорился со всем своим знатным семейством, когда женился на моей матери. Возможно ли? Вы родственница герцогини. Очень отдаленная. Я ее даже никогда не видела. Но зачем же ей делать зло мне, бедной девушке? Нет, вы ее не знаете. Но на этот раз я постараюсь помочь вам. Как вы добры. Как нам вас благодарить? Подарите мне вашу дружбу. Но это очень мало. Нет, это очень много. Как государственный деятель я не верю в дружбу. Но в вашу я верю. Верю и рассчитываю на нее. И так отныне мы заключаем тройственный союз. Оборонительный и наступательный. Опасный союз. Гораздо опаснее, чем вы думаете. Нам нужно добиться двух вещей. Во-первых, вашего назначения в штат королевы. И во-вторых, вот это письмо, которое я непременно должен передать в собственные руки ее величества. Только это? В таком случае я могу вам оказать эту услугу. Каким образом? Каждое утро в 10 часов я ношу ее величеству модный журнал, который она просматривает. Мне как раз сейчас надо идти. Великолепно! Какое счастье, что королевы читают хотя бы модные журналы. Единственные, которые им позволяют читать. Ее величество найдет письмо маркиза де Торси среди фижм и оборок. И вот еще. Я присоединяю туда же последний номер моей газеты «Исследователь», где я отделываю герцога и герцогиню. Это доставит королеве несколько минут удовольствия. Уже 10 часов. Рассчитывайте на меня. Вот видите, наш союз уже вступает в действие, и Мершем оказывает нам первую услугу. Он-то может, но я такое ничтожное существо. При помощи малого достигается большое. Вы знаете, дитя мое, я сделался министром, потому что умел ловко танцевать сарабанду. А потерял свою власть из-за насморка. Неужели? Да.
Моя система вообще добиваться больших результатов с помощью малых средств. Герцогиня. Герцогиня? Сэр Сен-Джан. Я как раз только что думал о вас. Вы часто делаете мне эту честь, сэр. Это доказывает ваша постоянная на меня нападка. К сожалению, в моем распоряжении нет другого средства напомнить вам о себе. О, успокойтесь, сэр. Я обещаю вам не забыть сегодняшнего номера вашей газеты. А, вы удостоили его прочесть? Да, у королевы, у которой я только что была. Ах, вы были там? Да, сэр. И дежурный офицер только что передал ее величеству модный журнал. Которому я не причастен. Это я знаю. Мода на вас давно прошла. Но среди листов этого журнала вот вместе с вашей газетой лежало письмо маркизы де Торси. Адресованное королеве. Поэтому-то я его и прочла. Герцогиня. Я обергофмейстерина ее величеству. И все письма всегда проходят через мои руки. Если у вас когда-нибудь будет еще какая-нибудь эпиграмма или язвительное письмецо, которое вы захотите довести до моего сведения, вам стоит только адресовать их королеве. Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь вашим советом. Но теперь, по крайней мере, королеве известны предложения маркиза де Торси. Это все, чего я хотел. Я прочла письмо. И огонь воздал ему должное. Что? Да, да. Что это за прелестное дитя? Как ваше имя? Абигаль. Ах, так это о вас мне только что говорила королева. Как? Ее величество уже изволили вам говорить? Предоставляя мне полное право принять вас или отказать. Ведь вы же понимаете, мисс, что вам необходимо иметь документы о дворянском происхождении. Они у нее есть. А вы тоже интересуетесь этой молодой особой? Я бы с удовольствием ее приняла. Но для того, чтобы находиться на службе у ее величества, необходимо принадлежать к самой знатной фамилии. Она принадлежит к самому блестящему роду. Ну вот это мы увидим. Есть так много людей, которые выдают себя за дворян. Она просто стесняется признаться перед вами, что ее зовут мисс Абигайл Чёрчилль. Что? Теперь вы понимаете, герцогиня, что моя газета-исследователь могла бы завтра же потешиться над благородной герцогиней, кузина которой служила простой продавщицей в магазине. Но успокойтесь, если мисс Абигайл будет зачислена в штат фройлен ее величества, я обещаю вам, что никогда ни одним словом не обмолвлюсь об этом пикантном анекдоте. Итак, герцогиня, жду вашего ответа. И вы его сейчас услышите, сэр. У вас огромные долги, свыше миллиона франков, которые ваши кредиторы, отчаявшиеся и потерявшие надежду, продали мне, да? Я скупила все ваши векселя. Но, надеюсь, теперь вы уж не станете меня упрекать в желании обогатиться, так как все говорят, что эти векселя безнадежно. Но они имеют одно очень важное преимущество. Они влекут за собой арест за долги. И вот если тот пикантный анекдот, о котором вы только что изволили упомянуть, появится завтра в утренних газетах, то вечерние газеты объявят, что его остроумный автор, сэр Генри Сен-Джон, в данное время, сидя в долговой тюрьме, сочиняет статью о том, как надо делать долги. Thank you.
здесь. Что случилось? Я погиб. Что такое? Сейчас в дворцовом парке я столкнулся внезапно с человеком, который дал мне щелчок по носу. С первого взгляда мы узнали друг друга, потому что при взгляде на меня он засмеялся. Он опять засмеялся. Тогда, не говоря ни слова, не спросив его даже имени, я вынул свою шпагу, он свою, и он перестал смеяться. Он умер. Я не думаю, но я видел, как он пошатнулся. Я услышал голоса сбегавшихся людей и вспомнил, как строго преследует дуэль наши законы. Смертная казнь! Вам надо бежать из Лондона! Бегите, бегите, Артур! Но я хотел вас видеть, вас поцеловать! Так торопитесь же! Все это утро герцогиня вместе с лордом Эвенделем провела в Виндзоре, обделывая одно пикантное дельце, о котором мы еще услышим. Я прошу, Ваше Величество, сохранить это письмо в тайне. Покорный слуга и верноподданный Вашего Величества. Генри Сент-Джон один из моих вернейших слуг. Но он бывший министр, и я не могу видеть его и говорить с ним, не возбуждая подозрений и жалоб новых министров. Ах, когда я не буду больше королевой, чтобы в состоянии располагать собой. Это какое-то нестерпимейшее рабство. И, по крайней мере, здесь, у себя во дворце, я не желаю больше никому повиноваться. Томпсон, отправляйтесь сейчас же в магазин мистера Томбут, отыщите там мисс Абигайль Черчилль и скажите, чтобы она сейчас же явилась во дворец. Я так хочу. Я приказываю. Я королева. Ступайте. Слушаю, Ваше Величество. Осмелюсь ли осведомиться о здоровье, Ваше Величество? Плохо. Я чувствую себя нездоровой. У Вашего Величества были какие-нибудь неприятности? Очень много. Быть может, мое отсутствие? Да, конечно. Но я была в полку Вашего Величества, шефом которого имею честь быть. Вам не было никакой необходимости ездить туда и оставлять меня одну, заваленную делами. Вероятно, Ваше Величество получили какое-нибудь неприятное известие, которые вы бы хотели от меня скрыть. Нет. Из опасения доставить мне огорчение или неприятность, я знаю доброту Вашего Величества. Уверяю вас, что вы ошибаетесь. Нет, это так, Ваше Величество. Потому что, когда я вошла, вы с таким волнением и поспешностью спрятали какую-то бумагу, что мне нетрудно было догадаться, что дело шло обо мне. Это... Нет, герцогиня... Дело идет только об одной молодой девушке, которая рекомендует мне это письмо, и которую я хочу, которую я желала бы взять к себе на службу. И можно узнать, кто вам ее так горячо рекомендует? Это не важно. Я обещала не называть имени и не показывать письма. Только по одному этому я и догадываюсь, кто это. Сэр Генри Сент-Джон? Я не знаю. Это он, Ваше Величество, я уверена в этом. Ну да, это он. Да. Теперь я все понимаю. И я понимаю также, почему Ваше Величество не желаете показать мне это письмо. Из уважения к вам. Потому что оно содержит в себе факты, которые вы не можете отрицать. В таком случае, Ваше Величество, я прошу вас, я умоляю вас. Одну минуту, Ваше Величество. Только это... Это обвинение не опасно, Ваше Величество. Да, но разве это неверно, что вы воспротивились назначению Абигайль? И буду продолжать ему противиться. Разве это неверно, что она ваша кузина? Да, Ваше Величество. Но из меня давно обвиняют в том, что я раздаю все должности при дворе моим друзьям, моим родственникам и любимцам. И назначение Абигайль, конечно, подало бы моим врагам еще лишний повод на меня клеветать.
Нет, Ваше Величество, вы слишком добры. Вы слишком великодушны, чтобы меня не понять. Я понимаю. Мне все-таки так хотелось. Ваше Величество, вы можете быть совершенно спокойны относительно ее судьбы. Я дам ей вдали от Лондона блестящее и почетное положение. Как я счастлива, Ваше Величество, когда могу предупреждать и даже угадывать желания моей монархини. Ну вот и прекрасно. Итак, Ваше Величество, вы больше никогда и не увидите мисс Абигайль Черчилль. Я вам это обещаю. Ну вот и прекрасно. Мисс Абигайль Черчилль. Она является как раз в ту минуту, когда мы о ней говорили. Какая странная случайность. Очень странная. Ваше Величество, приказали мне явиться. Приказала? Нет, я только сказала, что я... Желала бы, я сказала. Совершенно верно, Ваше Величество. Вы желали видеть эту молодую особу, чтобы объявить ей, что ее просьба не может быть исполнена. Моя просьба? Я никогда бы даже не посмела. Это ее величество приказали мне явиться. Это правда. Но важные причины, политические соображения... В отношении меня заставляют меня, к сожалению, отказаться. Это мечты, которую я была бы счастлива осуществить. Но теперь же не я, а герцогиня. Ваша родственница возьмет на себя заботу о вашей судьбе. Она обещала мне доставить вам вдали от Лондона блестящее почетное положение. И я на нее рассчитываю. Ваше Величество. Истинного друга своей страны и вместе с тем глубоко опечаленного родственника, который припадает к вашим стопам от имени погруженного в траур Отечества, моля справедливости и мщения. Защитник наших прав, лорд Ричард Викон Боленброк, вчера в вашем дворце, в вашем королевском парке, пал жертвой дуэли, после которой его противнику удалось бегством укрыться от действия закона. Позвольте. И несомненно, Ваше Величество, что те, которые помогли преступнику скрыться, были теми же, кто вложил оружие в его руки. Я обвиняю ваших министров, их приверженцев, их друзей. Я не называю никого, но я обвиняю всех. Обвиняю всех в желании отделаться от столь опасного противника, каким был Ричард Боленброк, мой благородный кузен. Вы кончили? Да, герцогиня, я кончил. А теперь я скажу, какова истина и доказанная достоверными рапортами, поданными мне сегодня утром. Я умираю от страха. Да, к несчастью, действительно, вчера в одной из аллей дворцового парка лорд Ричард дрался на дуэли. С кем? С каким-то ему самому неизвестным кавалером. Я умоляю, Ваше Величество, рассудить, правдоподобно ли это? Тем не менее, это так. Последними словами умирающего лорда Ричарда было, что он не знает ни имени, ни места жительства своего противника. И это слышали некоторые присутствующие придворные, которых вы можете и вызвать, и допросить. Я не сомневаюсь в их ответах. Занимаемые ими почетные должности служат тому верной гарантией. Но почему до сих пор не приняты меры к розыску убийцы?
Почему не даны самые строгие распоряжения? Мы погибли. Они даны. Ваше Величество, только что этим указом предписали принятие самых строгих мер. Исполнение которых мы возлагаем на герцогиню и на вас, сэр Сен-Джон. То есть, я хочу сказать, виконт Боленброк, на которого это имя и титул, равно как и узы крови, связывающие вас с покойным, накладывают обязанность более чем на кого-либо другого преследовать и наказать виновного. Удовлетворены ли вы, милорды и джентльмены? О, да! Мы всегда бываем удовлетворены, когда имеем счастье лицезреть и говорить с вашим величеством. Абигайл, что с вами? Сэр Сен-Джон, вы нас погубили. Я? Каким образом? Этот преступник, которого вы должны арестовать, это же Артур. Как? Это дуэль, этот поединок. Это он дрался с вашим кузеном лордом Боленброк, которого он никогда не знал, но который давно его уже оскорбил. Понимаю, это он дал ему щелчок по носу. И чтобы я арестовал человека, которому я всем обязан, титулом, богатством, да ни за что на свете. Что же делать? Ничего. Я ничего не буду делать, кроме шума. Я буду писать статьи, говорить речи, до тех пор, пока вы не скажете мне, что он благополучно покинул пределы Англии. Вот тогда я начну преследовать его с таким ожесточением, которое избавит меня от всяких подозрений. Как вы добры, как вы великодушны, сэр. А теперь он далеко-далеко. Несчастный, зачем вы вернулись? Едва я успел выехать за пределы города, как услышал за собой конский топот. Я пришпорил коня, но конь мой споткнулся, прыгая через канаву. Я упал. Тогда я выхватил шпагу и крикнул: «Господин офицер, я к вашим услугам!» «Мои услуги», — ответил он, — «вот они». И он протянул мне конверт, который я с трепетом открыл. И что же? Что? Это было нечто необычайное. Это было мое производство в капитаны гвардии. Вы явитесь поблагодарить королеву, сказал мне офицер. Несчастный. Почему? Потому что человек, которого вы убили на дуэли, был мой кузен Ричард Боленброк. Что вы говорите? И первый удар вашей шпаги доставил мне 60 тысяч фунтов годового дохода. От души желаю, чтобы второй принес вам столько же. Но пока что сидите у себя дома и никуда не показывайте. Да, но я сейчас должен явиться к королеве. Вот это плохо. И кроме того, вот письмо, которое приказывает мне именно противоположное тому, что вы говорите. Какое письмо? От кого? От моего неизвестного покровителя. Дома у себя я нашел вот это письмо и вот этот футляр. Королева меня ждет, я спешу. Возьмите и посмотрите. Что все это значит? Прочтем и узнаем, что это значит. Вы, капитан, мое слово исполнено. Держите же и вы ваше, продолжая мне во всем повиноваться. Являйтесь каждый день в придворную часовню и каждый вечер в карточной игре королевы. Скоро наступит момент, когда вы узнаете, кто я. До того времени молчите и повинуйтесь моему приказанию, иначе горе вам. Читайте, читайте приписку. Посылаю господину капитану Мэшем знаки его нового чина. Бриллиантовые наконечники на аксельбанты. Какой вкус, какое изящество. Несомненно, это женщина. Боже мой! Я знаю, кто прислал им эти наконечники. Они были куплены в магазине мистера Томбут. И я сама продавала их на прошлой неделе. Кому? Кому? Я не могу, я не смею. Это очень знатная дама. И я погибла, если она любит Артура. Да кто же? Да кто? Вот, вот она. Герцогиня? О, небо! Наконец-то ты посылаешь мне этот реванш. Герцогиня? Ах, это вы, милорд? Я прошу вас уделить мне 2 минуты вашего времени.
Вы, вероятно, хотите сообщить мне сведения относительно преступника, порочного нам с вами отыскивать? Нет, еще нет. А вы? Да, тоже нет, еще нет. Тем лучше, тем лучше. В таком случае, что же вам угодно? Прежде всего, расплатиться с вами за все, что вы для меня сделали. И как только по воле случая я сделался богат, моей первой заботой было внести вашему банкиру должный мною 1 000 000 франков в уплату тех 200 000, которые вам угодно было оценить мои долги. Я бы за свои долги столько не дал. В результате случайного обстоятельства вы выигрываете 400 наст. Это приводит меня в восторг. Я вас понимаю. Не опасаясь более за свою свободу, вы хотите объявить мне еще более жестокую войну? Нет, напротив. Я хочу предложить вам мир. Мир между нами? Трудно. Ну, перемирие на 24 часа. Для чего? Вы можете, когда вам будет угодно, начать то нападение, которым вы мне угрожали. Я сама объявила и королеве, и всему двору, что Абигайль моя родственница. И я даю ей блестящее и почетное положение. Неужели? В 30 лье от Лондона. А-а-а. Но место у членов королевской фамилии — это честь, которой доискиваются самые знатные девушки нашего королевства. Очень великодушно с вашей стороны, дорогая герцогиня, но я боюсь, что она не согласится. Нельзя ли узнать, почему? Да потому что она хочет остаться в Лондоне. Ради вас, может быть. Очень может быть. Милорд. Милорд. Да ведь я только теперь начинаю понимать то участие, которое вы в ней принимаете. Ту горячность и настойчивость, с которой вы ее защищаете. Неужели это правда, милорд? Неужели вы любите эту девушку? А если вы и так? Я была бы этому очень рада. Да почему? Потому что, когда государственный деятель влюблен, он погиб. Он больше никому не страшен. Да? Да. Нет, я этого не нахожу. Я знаю очень многих государственных деятелей, которые занимаются в одно и то же время и любовью, и государственными делами. Я знаю, например, одну очень знатную даму, с которой и вы знакомы. Увлекшись юностью и наивностью одного молодого офицера-провинциала, она не нашла ничего более оригинального, как сделаться его невидимой покровительницей, его земным провидением. Никогда ему не показываясь, не называя своего имени, она решила устроить его карьеру и счастье. Интересно. Не правда ли, герцогиня? Но этого еще мало. Недавно она уговорила своего супруга, могущественного генерала, произвести своего любимца в капитаны гвардии. А сегодня утром таинственно известила его об этом, прислав ему знаки его нового назначения. Бриллиантовые наконечники на аксельбанты, которые, как говорят, изумительно хороши. Неправдоподобно. Вот они. Боже мой. И сопровождающие их письмо. Теперь вы понимаете, герцогиня, что мы с вами, потому что это известно только нам двоим, мы можем погубить эту знатную даму. Да-да-да. Подобные назначения подлежат контролю парламента. Вы скажете, что эта дама не боится скандала. Но у нее есть муж, могущественный генерал, обладающий свирепым характером, которого подобного рода история приведет в ярость. Потому что такой герой убежден, что победные лавры предохраняют его от других украшений. Миледи, мы будем говорить без метафор. Вы, конечно, понимаете, что эти вещи не останутся в моих руках, и моим искренним желанием является отдать их тому, кому они принадлежат. Если бы это была правда. Между нами не может быть никаких обещаний, мы будем оперировать фактами. Мисс Абигайль должна быть зачислена в штат фройлен Ее Величества. И все это будет вам возвращено. Сейчас? Нет. Как только она получит назначение. И от вас зависит, чтобы это произошло завтра, или даже сегодня вечером.
Вы не доверяете мне и моему слову. А разве я не прав, дорогая герцогиня? Вас ослепляет ненависть. Напротив, я нахожу вас очаровательной. Если бы вместо того, чтобы находиться в разных лагерях, небо было бы угодно нас соединить, мы бы с вами покорили весь мир. Вы так думаете? Это мое искреннее убеждение. Сам с собой я удивительно чистосердечен. Я бы хотела иметь этому только одно доказательство, и тогда я согласна. Какое? Скажите мне, ну как вы открыли эту тайну? Нет, не могу вам этого сказать. Итак, сегодня вечером Абигаль получит назначение. А я получу это письмо. Я обещаю вам искреннее и честное перемирие на сегодня. Хорошо. Я согласна. Но завтра война. Почему же вы остаетесь одинокой? Вы еще не старый, свободный. Намолчи. Намолчи. Они все навязывают мне брак по государственным соображениям. Нет, дитя мое, я предпочитаю одиночество, рабство. Я понимаю. Значит, царственные особы не имеют права ни сами выбрать себе человека, ни любить его? Нет. Как? Вам даже нельзя думать о ком-нибудь лично? Нет. Это запрещено парламентом. Я шутила. Это как ты только что сказала. Мечта. Грёза, создаваемая моим воображением. Осуществление которой даже не желаешь. Даже если бы это было возможно. Одним словом, роман, сочиненный для себя, которого никогда никто не прочтет. А что, если бы мы прочли его вместе, потихоньку, чтобы я знала только его героя? Потом. Позднее когда-нибудь. Я уверена, что это какой-нибудь прекрасный кавалер. Может быть. Все, что я знаю о нем, это то, что за эти 2-3 месяца я едва обмолвилась с ним одним словом. А он никогда... Но это и понятно. Я королева. Но со мной вы обещали ею не быть. А потому мы сможем между собой в минуту нашего досуга говорить об этом незнакомце, не боясь парламента. Ты права. Здесь нам нечего опасаться. И что лучше всего, Абигаль, что я больше всего люблю в тебе, что ты не такая, как они все. Ты никогда не говоришь мне о делах государства. Никогда ни о чем не просишь. А, боже мой, у меня как раз есть к вам просьба. Очень важная просьба. От кого? От лорда Боленброка. Представьте себе, ваше величество, что однажды, путешествуя по Франции, лорд Боленброк встретил одного дворянина, оказавшего ему огромные услуги. И он хотел бы теперь, в свою очередь, доставить этому другу место или титул. О, нет. Аудиенцию, ваше величество. Или хотя бы приглашение на сегодняшний вечер карточной игры. Теми приглашениями заведует герцоги. Кто это? Маркиз де Торси. Замолчи. Почему? Ты человек, которого ценю и уважаю. Посланник у Людовика XIV. Если бы только кто-нибудь узнал, что ты говорила мне о нем. Что тогда? Что? Одного этого достаточно, чтобы вызвать новые подозрения герцогини. Но лорд Боленброк на это вполне рассчитывает. Он придает этому свиданию огромное значение и утверждает, что ваше величество многое потеряете, если откажетесь принять его. В самом деле, и вы, всемогущий повелительница и королева, вы его примете, не правда ли? Конечно, я бы очень хотела. Вы обещаете. Да. Но тише, она.
Ваше Величество, депеша маршала. И кроме того, несмотря на впечатление, которое произвела в парламенте речь лорда Боленброка. Ну что же, герцогиня? Я жду, когда мисс оставит нас наедине. Ваше Величество, прикажете мне удалиться? Нет. Вы мне будете сейчас нужны. Возьмите книгу. Итак, вы говорили, герцогиня? Я говорила, что несмотря на речь лорда Боленброка, субсидии будут приняты, и большинство голосов открыто перешло на нашу сторону. Но с условием, что мы смело пресечем вопрос и откажемся от всяких переговоров с Людовиком XIV. Что с вами, мисс? Я испугалась. Эта книга... Мне все-таки кажется, что не предрешая ничего, мы могли бы выслушать маркиза. Выслушать — это значит принять. И это для того, чтобы большинство голосов, и без того колеблющееся и сомнительное, оставило бы нас и дало бы перевес лорду Боленброку. И если вашему величеству угодно принять на себя всю ответственность и подвергнуть и себя, и все королевство крушению, которое будет неминуемо, неминуемо... Хорошо, хорошо, я вас прошу, мне больше об этом не говорить. Уже так, довольно. Вот и великолепно. Я обо всем передам маршалу, напишу отказ маркизу де Торси, который принесу на подпись вашего величества. Хорошо. Принесу его в 3 часа перед тем, как вашему величеству угодно будет идти в часовню. Превосходно, благодарю. Наконец-то. Бедный маркиз де Торси. В каком мы ужасном положении. Всю жизнь буду слышать обилие, парламент, политических споров. А все эти депеши герцога, которые я должна прочитать, как будто я что-нибудь поняла в этих военных терминах. Мэшин, что вам нужно? Я принес вам письмо от нашего друга. От Боленброка? Да-да. Милое дитя, советую Артуру поговорить как можно скорее с королевой, о вашем браке. Что же касается меня, то я погибаю. Придите ко мне на помощь, я здесь, я вас жду. Дело идет о нашем общем спасении. Я бегу к нему. Что там такое? Это вы, сэр Мэшем? Я, ваше величество. Что вам нужно? Я прошу ваше величество о милости. Я очень рада. Вы мне никогда ничего не говорите. Никогда ни о чем не просите. А ваша просьба касается вашего чина? О, нет, ваше величество. А вашего повышения? О, нет, ваше величество, я о нем и не думаю. А о чем же вы тогда думаете? Извините, ваше величество, но я боюсь нарушить уважение к королеве, осмелясь открывать ей свои тайны. Ну почему же? Напротив, я очень люблю тайны. Продолжайте, прошу вас. И будьте заранее уверены в моем королевском покровительстве. Ну и что же? Сам того не подозревая, я приобрел при вашем дворе могущественного покровителя. Вас это удивляет? Нет. Это меня не удивляет. И вот, ваше величество, этот таинственный покровитель запрещает мне... Что? Под страхом своего гнева... Что он вам запрещает? Жениться, ваше величество. Вам? Да. Вы правы, действительно, прелюбопытное приключение. Ну и что же дальше? Что там такое? Ваше величество, что там такое? А, ну я с тобой потом поговорю. Нет, ваше величество, это неотложно. Один из ваших преданных друзей настойчиво просит доставить ему аудиенцию, вашего величества. Вот навсегда надо, чтобы меня прерывали и мешали. Ни одной минуты не дадут мне заняться серьезными делами. Кто этот друг? Лорд Боленброк. Боленброк? Это
это же невозможно, сейчас сюда придет герцогиня, что вы сделали? Гневайтесь, гневайтесь на меня, ваше величество, потому что он уже здесь. Хорошо, оставьте нас. Она в дурном расположении духа. И у вас здесь ничего не выйдет. Как знать, мне поможет талант или случай, вернее случай. Вы знаете, милорд, что мне всегда приятно вас видеть. Но сегодня, первый раз... Я являюсь для того, чтобы говорить с вами о самых насущных интересах Англии, об отъезде маркиза де Торси. Я так и знала. Я ценю руководящие вами побуждения, милорд. Но это было бы напрасно. Верительные грамоты маркиза будут сейчас подписаны. Но они еще не подписаны. А если он уедет, то войне не будет конца. Я умоляю вас выслушать. Теперь уже ничего не поможет. Я уже дала свое слово. Я только жду герцогиню, чтобы подписать эти бумаги. Вы выгоняете друга для того, чтобы принять врага. Я повинуюсь, ваше величество. Я уступаю место герцогине. Но я прошу вас подарить несколько минут моей искренности и моему усердию. Ах, милорд. 5 минут, ваше величество. Всего только 5 минут для того, чтобы описать вам все несчастья нашей страны, ее погибающую торговлю и расстроенные финансы, ее растущие с каждым днем долги. Известно ли вам, что взятие крепости Бушен стоило Англии 7 миллионов фунтов стерлингов? Позвольте, а в битве при Мальплаке мы потеряли 30 тысяч солдат, в то время как Франция потеряла всего только 8. Да, Буленброк, вы сторонник мира, но я только слабая женщина. А чтобы добиться того, о чем вы говорите, надо обладать мужеством, которого у меня нет. Вы заставляете меня сделать выбор между вами, другими также преданными мне лицами. Которые вас обманывают, я это докажу. Оставьте меня в неведении, а то мне опять придется сердиться, раздражаться, а я больше этого не в силах. Чего ждать от королевы, которая не умеет даже сердиться? Как, ваше величество, неужели, если вам будет доказано, что часть военных субсидий переходит в карманы герцога Мальборо, и что это именно и есть та причина, которая заставляет его желать продолжения войны? Милорд, уходите. Нет, нет, ваше величество, никого нет, никого нет. Если я к этому прибавлю, что другой, не менее живой, а более нежный интерес заставляет герцогиню бояться стеснительного для нее заключения мира, который вернет герцога в Лондон и ко двору. Но уж этому я никогда не поверю. А между тем, это так, ваше величество. И этот молодой офицер, который только что был здесь, сэр Артур Мэшем, кажется, мог бы вам это подтвердить. Мэшем, вы говорите? Да, его любит герцогиня. Его? Артура Мэшем? Его или другого, не все ли равно? Как все равно? Даже если меня обманывают, если прикрываются интересами государства, там, где дело идет о капризах, об интригах и частных интересах, нет, милорд, это надо выяснить. Останьтесь, милорд, я королева, я должна все узнать. Боже мой. Неужели же случайно, молодой Мэшем? Итак, милорд, вы говорите, что герцогиня... Желает продолжения войны. Для того, чтобы держать своего мужа вдали от Лондона? Да, ваше величество. И все это из-за любви к Артуру Мэшему? Да, ваше величество. Я припоминаю теперь тот таинственный покровитель, о котором говорил мне Мэшем. Или, вернее, покровительница. Который запрещает ему жениться. Это она, величество. Тише. Она. Что вам угодно, миледи? Я принесла вашему величеству верительные грамоты маркиза де Торси и сопровождающее их письмо. Хорошо. Я принесла их вашему величеству для подписи. Хорошо. Я прочту, посмотрю. Ваше величество, вы же хотели сделать это еще сегодня же. Да, но есть причина, которая заставляет меня это отложить. И я легко догадываюсь. Я вижу, ваше величество, какому влиянию вы подчиняетесь в данную минуту. Что вы хотите этим сказать? О каком это влиянии вы говорите? Я не подчиняюсь никакому влиянию. Я слушаюсь только голоса справедливости, благоразумия и народного блага. Мне доподлинно известно, что взятие крепости Бушан стоило Англии 7 миллионов фунтов стерлингов.
Позвольте, Ваше Величество. Более того, достоверно доказано и то, что в битве при Мальпляке мы потеряли 30 тысяч солдат. Но, Ваше Величество... Вы хотите, чтобы я подписала подобное письмо? Нет, герцогиня, я не желаю служить честолюбивым замыслом или каким-нибудь другим. И я не пожертвую для них интересами государства. Но, Ваше Величество, вы слушаете меня? Только одно мне слово. Нет. Умоляю мне вас. Мне некогда. Абигайль, мы идем в часовню. Ваше Величество так взволновано. На это есть причина. Есть тайна, которую я должна открыть. Надо повидать того человека, о котором мы с тобой сегодня говорили. Надо его расспросить. Кого, не знаком? Да, ты приведешь его ко мне. Но для этого я должна знать, кто он. Вот. Наша партия великолепно начата. Она проиграна. Против, она выиграна. В первый раз в жизни она выразила свою волю, настоящую волю. Следует ли приписать это талантам лорда Боленброка? Или влияние этой молоденькой мисс? На это мы увидим. Сама страшная герцогиня, которую Абигаль советовала мне остерегаться. Вы не правда ли, сэр Мэшем, недавно произведенный герцогом в капитаны гвардии? Да, миледи. Кажется, она хочет меня расшаловать. Ну, а какие же права имели вы для такого назначения, а? Очень мало, миледи, если принять во внимание мои достоинства. Но столько же, как и всякой другой, если считать мою храбрость и преданность королеве. Прекрасно. Ваш ответ мне очень нравится. И я теперь вижу, что герцог был вполне прав, назначив вас. Подойдите. Видите ли, дело идет об одном очень важном поручении, возложенном на меня королевой, которая, в сущности, и заставила меня обратить внимание на вас. И вы будете являться ко мне домой каждый день с отчетом о том, что будет сделано вами за день. Советоваться со мной, принимать мои приказания относительно отыскания виновного. Виновного? Да. Один из членов оппозиции, я, впрочем, которого глубоко презирал, это лорд Ричард Боленброк, был предательски убит. О, нет, миледи, он был убит в честном поединке со шпагой в руке. Дворянином, честь которого он оскорбил. Вы нашим. Я. Молчите. Молчите, боже мой. И пусть никто об этом ничего не знает. Есть только одно средство спастись вам. Уехать в армию. Но как мне вас благодарить, миледи? Только на несколько дней, нашим. На время, пока все это здесь утихнет и забудется. Вы уедете завтра же. Я дам вам для передачи герцогу письмо, за которым сегодня вечером вы зайдете ко мне. В котором часу? После карточной игры королевы. Миледи, я не могу прийти в себя от изумления. Вы, которой я так боялся. Миледи, моя благодарность заставляет меня открыть вам всю свою душу. Вечером. Вечером. Вы сделаете это сегодня же вечером. Тише, тише, сюда идут. Что вам угодно, мисс? Ничего. Я не знаю. Ах, да, я вспомнила. Королева желает вас видеть, миледи. Хорошо. Я приду к ней немного попозднее. Нет, миледи, сию минуту. Потому что королева вас ждет. Ну так скажите вашей повелительнице, что я же... Мне нечего и некому говорить.
Я вам передаю приказание моей и вашей повелительницы. Любите ли вы меня так, как я вас люблю? Более своей жизни. А теперь, как бы нелепыми вам казались мои советы и мои указания, если бы вам даже казалось, что я наношу вред вашему положению, дайте мне честное слово, что вы будете мне во всем повиноваться и не будете требовать у меня в них отчета. Клянусь вам в этом. Итак, прежде всего, никогда не говорите с герцогиней о нашем браке. Вы правы. Лучше, если я поговорю о нем с королевой. Ни в коем случае. Королева и ко мне бесконечно добра. Она и меня дарит своей дружбой. А между тем, для нас с вами было бы гораздо лучше, если бы оставались скромными бедняками и никогда не переступали порога этого дворца, где нас ожидает столько опасностей и искушений. Сейчас должен прийти лорд Боленброк. Только он один может дать мне советы и указания. Вы так думаете? Да, но для этого нужно, чтобы вы нас оставили наедине. Я? Ни за что. Артур, вы обещали мне во всем повиноваться. И я сдержу все мои обещания. Я являюсь за приказаниями к новой фаворитке. Вы ею будете, об этом уже все говорят. Милорд, придите скорее к нам на помощь, иначе все погибло. Как же, неужели маркиз де Торси? Я об этом и забыла. Герцогиня явилась в кабинет королевы, и королева подписала. Приказ об отъезде посланника? Да, через 24 часа, но дело не в этом. И герцогиня? Не герцогине нужно бояться. Есть другое, более опасное препятствие. Для кого? Для Артура, конечно. Попробуй говорить о государственных делах с влюбленными. Я вам говорю о мире, о войне, об интересах Европы. А я вам говорю о своих интересах. Европа может подождать. Но вот в чем главная опасность. Герцогиня назначила Артуру свидание сегодня вечером у себя после карточной игры королевы. И великолепно. Напротив, это очень дурно, милорд. Да-да-да, именно это я и хотел сказать. И в то же время другая особа, другая знатная дама, также желает видеть его у себя и почти в то же самое время. К счастью, эта знатная дама не знает и не будет знать до самого вечера, будет ли она свободна. По причинам, которых я не могу вам сказать. У нее есть муж. Да. Да-да-да. Но если ей удастся устранить это препятствие... Удастся. Это всегда удается. В таком случае, чтобы предупредить меня и Артура, она должна сегодня вечером в присутствии всех громко сказать, что ей жарко, и попросить у него стакан воды. Что будет означать, приходите сегодня вечером, я жду. Слово в слово. Это легко понять. Даже очень. Я не хочу, чтобы он шел ни на одно из этих свиданий. Пусть лучше я умру, пусть лучше я погибну. Успокойтесь. Я помешаю этим двум свиданиям. Милорд, если только вы говорите правду, то вы найдете во мне на всю жизнь самого верного и преданного друга. Но вот герцогиня, не нужно, чтобы она нас видела вместе. Чего, она меня уже видела, я могу остаться. Благодарение Богу, в вас уже проснулись родственные чувства. Я вижу, вы в великолепных отношениях с вашей молодой родственницей. Это дает мне надежду, что и я когда-нибудь... Да, действительно, вы ведь предсказали, что мы кончим тем, что полюбим друг друга. Я уже начал, а вы? Пока еще дошла только до восхищения вашей ловкостью и вашими талантами.
А у вас есть соперница. Что вы хотите этим сказать? При дворе есть одна очень знатная дама, которая имеет виды на молодого Артура Мэшема. Я знаю время свидания и условный сигнал. Вы меня обманываете? Нет. Это так же верно, как то, что вы сами ждете Артура Мэшем сегодня к себе после карточной игры королевы. О, боже. Вам без сомнения хотят помешать, взять над вами верх. Прощайте, герцогиня. Да, милорд. Милорд, то, что вы сказали сейчас, место свидания, сигнал. Откройте мне их. Не раньше, чем вы подпишете приглашение на сегодня к карточной игре королевы маркиза де Торси. Нет. Что вам стоит? Что вам стоит? Это же не помешает вам продолжать с ним войну. Ну вот как со мной, например. Нет. Нет? Нет. Прощайте, герцогиня. О, нет, милорд. Один росчерк. Отнесите немедленно это письмо в здание французского посольства, маркиза де Торси. Слушаюсь. Итак, милорд, это особо. Она будет присутствовать здесь на карточной игре королевы. Леди Аберкромби? Нет, леди Эльбург. Я не знаю ее имени, как? Но если свидание с Артуром Мэшем состоится, она подаст ему условный сигнал. Надо говорить, а скорее какой? Она громко попросит его подать ей стакан воды. Здесь? В этом зале? И вы сами в этом убедитесь. Ей будет плохо. Я не остановлюсь ни перед чем. Я только на это и рассчитываю. Который же из них? Я не могу догадаться. Возьмите себя в руки, герцоги. Ее величество! Сейчас прикажу приготовить игру, Вашего Величества. Хорошо. Ломбер королевы. Вот он. Требования были так сильны, Ваше Величество, что я только для вида послала приглашение маркизу де Торси. Хорошо. Это удовлетворит оппозицию. Да, и доставит удовольствие, Абигайль. В самом деле? Да, милорд. Я знаю из достоверного источника, что все переговоры прерваны. Вы так думаете? Влияние герцогини не так велико, что посланник не получил приглашения. Неужели? Он уезжает завтра, даже не повидав королевы. Посланник французского двора, маркиз де Торси. Добро пожаловать, маркиз. Мне очень приятно вас видеть. Ни слова более, ради бога, будьте осторожны. Я только что получил это приглашение. Я это знаю. Значит, все обстоит хорошо. Лучше, но скоро, я надеюсь. В политике королевы наступила какая-нибудь внезапная перемена. Это будет зависеть от парламента. Нет. От министра? Нет, от более легкомысленного и непостоянного союзника.
от случая. Кого, ваше величество, вам угодно избрать своими партнерами? Кого хотите, выбирайте сами. Леди Аберкромби? Нет. Леди Альбмерли? Леди Альбмерли? Благодарю вас, ваше величество. Ну, а третье лицо, ваше величество? Третье? Да вот, маркиз де Турси. Что вы? Что вы? Подобный выбор, подобное предпочтение. Что в этом удивительно? Вы знаете, какое это произведет на всех впечатление. Но почему же вы тогда сами не выбирали? Очень великодушно с вашей стороны, дорогая герцогиня. Это более того, чем я у вас просил. И более, чем я бы сама того желала. Это не мешает мне быть вам глубоко благодарным, потому что маркиз умен, он сумеет воспользоваться вашей любезностью. Видите, как милостиво беседует с ним королева? Да, действительно. Внимание! Мне кажется, сейчас наступает момент, когда нужно наблюдать и слушать. Вы думаете? Вы правы, маркиз. Здесь действительно очень жарко. Сэр Мэшм. Прошу вас, дайте мне стакан воды. Боже мой! Что с вами, герцогиня? Как? Ваше величество? Неужели же это возможно? Что вы хотите этим сказать? Неужели это возможно, чтобы вы, ваше величество, и до такой степени могли забыть? Какое неуважение к короле. Что такое? Что я забыла? Правила этикета. Это право одной из придворных дам подать вашему величеству стакан воды. И из-за этого вы поднимаете такой шум? В таком случае, герцогиня, подайте мне его сами. Я? Я согласен, герцогиня, что подавать вам самой в их присутствии это более чем пикантно. Ну что же, герцогиня? Вы слышали? Вы так настойчиво требовали этого права. Как вы неловки! Ваше величество, вы никогда еще не говорили со мной подобным тоном. Доказывает мою снисходительность. Да после всех оказанных мною услуг. Вы меня все время попрекаете, мне это надоело. Я не навязывала их насильно, вашему величеству. Если они вам так несносны, я могу подать в отставку. Я ее принимаю. Боже мой. Я вас более не удерживаю. Фу, но ведь придется покориться, герцогиня. Никогда. Это свидание не может состояться. Одно слово, ваше величество. Слагая с себя обязанность обергов мастерины, я должна отдать вам отчет в последних поручениях, возложенных вашим величеством на меня. По жалобе милорда и его коллег-членов оппозиции, мне было поручено отыскать убийцу Ричарда Боленброка. Теперь я передаю его в ваши руки. Арестуйте немедленно находящегося здесь сэра Артура Мэшем. Мэшем. Неужели? Да, ваше величество. Боже мой. Ходите после заседания парламента в будуар королевы, Абигайл. Желает ли меня видеть ее величество или моя прелестная союзница? Ну, все равно, герцогиня в немилости,
виги взбешены, бить будет отвергнут, общее крушение. А говорил, что от этого стакана воды зависит судьба королевства. И так, как только я стану министром... Но Боленброк не знал, что дело приняло иной оборот. Леди Аберкромби и лорд Девоншир навестили королеву, чтобы объяснить ей, что немилость герцогини произведет на правящей партии самое скверное действие. Она провалит в парламенте биль стюартов, и брат королевы не вернется в Англию. Королева колебалась. Тогда леди Аберкромби, о, женщины, шепнула ей что-то на ухо. Абигайль услышала только имя лорда Эванделя, которого будто бы безумно влюблена герцогиня. Ну что ж, хорошо. Пусть она придет, я ее приму. Как? Чтобы она опять явилась в этот дворец, из которого я считал ее изгнанной навсегда? Почему вы не дали королеве совет? Но, милорд, разве я хоть что-нибудь понимаю в этом? Это ничего не значит. Половина государственных деятелей ничего не понимает в государственных делах. Между ними было условлено, что герцогиня, подавшая в отставку, явится к королеве, чтобы передать ключи от внутренних комнат. Эти ключи позволяли ей входить к королеве в любое время, не будучи никем замеченной. Это я знаю. Королева откажется их взять обратно. Тогда герцогиня упадет к ногам ее величества, которое милостиво ее поднимет. Они расцелуются, биль пройдет, и маркиз де Торси сегодня же покинет Англию. Это как раз тогда, когда мы уже держали победу в своих руках. Мы должны отказаться от нее навсегда. Нет. Нет, удача слишком хорошо со мной знакома, чтобы я мог от нее так легко отказаться. Я должен говорить с королевой. Это невозможно. Какое счастье! Она сама. Я знал, что случай мне не изменит. Ступайте, оставьте нас, Абигайль. И когда подъедет карета герцогини, доложите нам об этом. Хорошо, милорд. Ах, милорд, вы здесь? Я только что узнал о новом акте милосердия, ваше величество. Как это великодушно с вашей стороны так скоро забыть о вчерашнем скандале. Вы говорите, забыть? Надо же было положить этому конец. Заметьте, я не защищаю герцогиню, но ее иногда обвиняют так несправедливо. Вы первый. То, что вы сказали мне вчера относительно молодого Мэша, что же? Это совершенно неверно. Она о нем и не думает. Напротив, у нее есть для этого очень серьезные причины, которые мне открыли, но об этом не говорят. Ну, я умоляю, ваше величество. Ну, словом, она в интимных отношениях с лордом Эванделем. Потом, ну, сообразите же сами, милорд, если бы она любила Артура Мэшем, разве она могла бы вчера в присутствии всего двора обвинить его и арестовать? А вы не думаете, ваше величество, что она могла поддаться внезапному чувству гнева и ревности, в которых она потом раскаялась? Что вы хотите этим сказать? Герцогиня узнала, что Артур Мэшем должен был вчера вечером иметь таинственное свидание. С кем, я не знаю. Но если ваше величество угодно, я узнаю. Нет, не я открою. Не надо, я могу докопаться, ваше величество. Совсем не надо, милорд. Достоверно известно также и то, что в тот же самый час герцогиня сама должна была иметь свидание с Артуром Мэшем. Вчера? С ним? Они сговорились? Да, ваше величество. Ваше величество, карета герцогини. А кто дал ей право явиться ко мне? Ходите и скажите, что мы не можем ее принять. Ну, ваше величество. Ступайтесь. Ступайте, Абигайль, повинуйтесь королеве. Королева приказала вас не принимать. Прекрасно, прекрасно, ваше величество. Они считали меня слабой. Какая наивность. Теперь не увидят, что...
что они заблуждались. Все это... Слишком большое злоупотребление моим терпением. Такое положение вещей недопустимо. Не может продолжать. Мои друзья, я ждем ваших приказаний. Мои приказания? Ах, да, я вам их дам. Но скажите мне, а как же Мэшем? Я думаю, что этим вопросом мы займемся после роспуска парламента, образования нового министерства и отставки герцога Мальборо. Я сейчас же дам приказание отдать его под суд. Вот это мудро. Герцога под суд. Артура Мэшем. Я хочу, чтобы он понес наказание, чтобы он был осужден. Да, я хочу. Почему? Почему, Ваше Величество? Ну, во-первых, он лишил вас любимого родственника. Ну, не очень любимого. А во-вторых, ведь это же приведет герцогиню в бешенство. Напротив, герцогиня будет в восторге. Они поссорились насмерть. А вы мне этого не говорили? Герцогиня узнала, что Мэшем ее не любит и никогда не любил, а что он любит другую. В самом деле, а кто же вам это сказал? Мой молодой пленник сам признался мне в нежной страсти к одной знатной особе при дворе, которую он обожает, не смея ей в том признаться. Больше он мне ничего не говорил. Ну что ж, тогда это совсем другое дело. То есть я хотела сказать, что все это очень странно, и нам с вами еще придется об этом поговорить. Придется, Ваше Величество, придется. Через полчаса я представлю вам список моих новых коллег, указ о роспуске парламента и проект, имеющийся открыться в Утрехте мирной конференции с маркизом де Торси. Хорошо. Как только вашему величеству угодно будет подписать. Хорошо, я подпишу. А ну скажите мне, а не нужно ли все-таки подвергнуть Артура Мэшем допросу? Хотя бы только для того, чтобы разузнать и разрушить планы герцогини. Пожалуй, Ваше Величество. Только нужно, чтобы это было сделано в тайне, чтобы об этом никто не знал. Я понимаю. Я освобожу моего пленника, и мы вместе с вами подвергнем его допросу. Или нет? Нет, Ваше Величество. Вы лучше сделаете это сами, потому что у меня не будет для этого времени. Хорошо, милый. Не пробьет и 11 часов, как Артур Мэшем будет здесь. Это вы, сэр Мэшем? Я, Ваше Величество. Лорд Боленброк прислал меня передать эти бумаги. Благодарю вас. Я должен вернуть ему их с подписью Вашего Величества. Ах, да. Я совсем забыл. Боже мой, как их тут много. Что с вами, Абигаль? Почему так взволнована? Боленброк мне все рассказал. Послушайте, Артур. Я достигла влияния, могущества герцогини, всех милостей королевы, но я решила отказаться от них. Почему? Ради вас. Случись с вами какое-либо неожиданное счастье, смогли бы вы поступить точно так же? Можете ли вы меня об этом спрашивать? Господи же, Артур, вы любим очень знатной дамой, первой в нашем королевстве. Что вы говорите? Королева. Сэр Мэшем, вот указы, переданные вам Боленброком для нашей подписи. Благодарю, Ваше Величество. Я возвещу милорду, что он министр. Это очень великодушно с вашей стороны. Потому что, став министром, он прежде всего должен будет наказать противника Ричарда Боленброка. Я ничего не боюсь. Ему известно, как произошла дуэль. Конечно. И кроме того, у вас есть протекция высокопоставленных особ. Прежде всего, моя. И что еще важнее, протекция герцогини.
утверждают Мэшем, что вы ее любите. Я, ваше величество? Зачем отвлекаться? Герцогиня очень эффектна, любезна и занимаемое ею положение. Какое мне дело, ваше величество, до положения и власти, когда любят, об этом не думают. А я люблю другую. Что же вы так сильно ее любите? Больше, чем могу выразить. И накажите меня, ваше величество, если я здесь, у ваших ног, осмеливаюсь вам в этом признаться. Ваше Величество, но у меня имеются вести, которые волнуют весь город. Герцог Мальборо доносит мне, что французская армия атаковала у Денена наши линейные войска и одержала окончательную победу. Это правда. Вы слышите этот отдаленный гул толпы? Он может быть спрятан только тут. Сэр Мэшем! Спальни королев. Я погибла. Смилуйтесь, смилуйтесь, ваше величество. Это я привела его сегодня вечером к себе без вашего разрешения. Какая дерзость! Вы смеете утверждать, что вы говорите? Я говорю правду, ваше величество. Ваше величество, накажите нас обоих. Боленброк, спасите меня. Слушаюсь, ваше величество. Я позволю себе спросить у милорда. Каким образом пленник, порученный его охране, оказался в данную минуту на свободе? И по какой причине? По причине, перед которой вы все склонитесь так же, как и я. Сэр Артур Мэшем просил у меня разрешения, поклявшись своим честным словом, повидаться с мисс Абигаль Черчилль, своей невестой. А? Милорд, что вы сделали? Ваше Величество, вы же просили меня спасти вас. Не захотите же вы обесславить бедную девушку, которая жертвует для вас всем? Конечно, нет. Велите ему приблизиться. Мисс Абигайль Черчилль. Абигайль, то, что вы сейчас слышали, должно так быть. Я ваше... Не противьтесь этому. Дайте мне еще это доказательство вашей преданности. И моя дружба, моя благодарность будут принадлежать вам навсегда. Ах, ваше величество, молчите. Я... Сэр Мэшем. Сэр Артур Мэшем, откажитесь от брака. Что же касается вас, Мэшем, то другие мечты, может быть, но из любви к вашей королеве, которая вас об этом просит, ваше... она вам это приказывает. Милорды, леди и джентльмены,
важные события ускоряют принятие тех мер, о которых мы помышляем уже давно. Мы отзываем герцога Мальборо, чьи таланты и услуги становятся отныне бесполезными, так как мы решили заключить почетный мир. Сэр Гарлей, граф Оксфорд и лорд Боленброк, мои новые министры, сообщат вам завтра наши намерения. Мы желаем, чтобы в самый короткий срок было приступлено к открытию совещаний в Утрехте между нашими уполномоченными и министрами Франции. Ну, не права ли моя система? Герцог Мальборо свергнут, мир заключен, Боленброк министр, и всему этому причиной стакан воды.